Привет, друзья! Собираю семена сама, экономлю деньги в домашний бюджет. И на следующий год сажаю, все прекрасно всходит и растет. Семена желательно собирать при сухой солнечной погоде. Сегодня я собираю леватеру. Собираем вот такие сухие семенные коробочки. Сама коробочка почернела, а чашелистики вокруг нее такие серые и сухие. У нас целую неделю лил дождь, поэтому семенные коробочки были очень влажные. Они у меня полежали сутки просто в комнате, и теперь из них легко достать семена. Из чашелистика надо достать вот коробочку, а семена уже сами отвалились, вот они. Обычно они прикреплены к этой коробочке, но уже все подсохло. Вот так обычно прикрепляются семена, видите, по кругу. Ну, семена бархатцев, наверное, вы все умеете собирать. Находим вот такой вот закрывшийся, завявший цветочек. И выдергиваем листики. И вот они, семена. Их надо разложить и высушить, отделив от лепестков. У космеи я собираю вот такие раскрывшиеся головки с черными семенами. Аккуратно отделяю их от шелухи. Кладу в подписанные салфеточки, чтобы не перепутать семена от разных цветов. И оставляю в теплом месте на досыхание дня на 2-3. У календулы снимаю вот такие засохшие головки с сухими семенами. Те семена, которые ближе к краю, они более такие крупные. Те, которые ближе к серединке, вот они маленькие. И более крупные цветы вырастают из более крупных семян. Но я обычно собираю все подряд. Теперь эти семена также досушиваю в салфеточке в теплом месте. Предварительно их можно просеять через дуршлаг, чтобы ушел мелкий мусор и совсем уж маленькие семена. И уже подсушенные семена я высыпаю вот в такие пластиковые контейнеры. Здесь я собрала укроп. Ну, не покупать же семена укропа. Смотрите, какие красивые. Кстати, укропное семя – это очень хорошая приправа. Контейнеры я накрываю крышечками, в которых проделываю дырки, чтобы циркулировал воздух. И в таком виде семена прекрасно хранятся в темном месте при комнатной температуре не один год. 2 года это точно, это уже проверено.